29 июля на юге Кузбасса ожидается ясная погода. Возможны слабые геомагнитные возмущения. В Прокопьевске ночью плюс 15, плюс 17, днем плюс 25, плюс 27. В Осинниках ночью плюс 14, плюс 16, днем 26-28 градусов выше нуля. В Мысках ночью плюс 14, плюс 16, днем плюс 25, плюс 27. В Междуреченске ночью плюс 13, плюс 15, днем до плюс 28. В Шерегеше ночью плюс 12, плюс 14, днем плюс 25. В Новокузнецке в пятницу будет ясно. Температура ночью плюс 12, плюс 14, днем 23-25 градусов выше нуля.